Воробьев Владимир, Краснодарский край, первый разряд. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, стоп. Свое выступление окончил Цвятко Егор с результатом 87 подъемов. Мишарин Данил, 93 подъема. Грязнов Дмитрий, 93 подъема. Волков Даниил, 81 подъем. Котелевский Сергей, 81 подъем. Муравьев Владимир, 47 подъемов. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Варламов Сергей, Астраханская область, первый разряд. Второй помост, Камашка Олег, Республика Крым. Третий помост, Гладков Максим, Республика Крым. Четвертый помост, Дашкевич Юрий, Республика Крым. Пятый помост, Шаура Дмитрий, Республика Крым. Шестой помост, Рудиков Вадим, Ставропольский край, первый разряд. Дожимаешь. Свое выступление закончил шестой помост Рудиков Вадим с результатом 33 подъема, гиря 40 килограмм. Свое выступление окончил пятый помост Шаура Дмитрий с результатом 19 подъемов. Выступление закончил четвертый помост Дашкевич Юрий с результатом 28 подъемов. Свое выступление закончил второй помост Камашка Олег с результатом 40 подъемов. 79, 80. Спортсмены зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Труш Анна, Краснодарский край, кандидат мастера спорта. Второй помост Шарипова Марина, Кемеровская область, третий разряд. Третий помост Миланова Златина, Болгария. Четвертый помост – Леонова Ирина, Кемеровская область, первый разряд. Пятый помост – Тишин Сергей, Ставропольский край, кандидат мастера спорта. Шестой помост – Решетов Александр, Республика Крым, первый разряд.
Свое выступление закончил пятый помост Тишин Сергей с результатом 50 подъемов. Гиря 40 килограмм. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Браво, Коте! Свое выступление закончили Труш Анна с результатом 600 подъемов. Шарыпова Марина, 549 подъемов. Миланова Златина, 513 подъемов. Леонова Ирина, 397 подъемов. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте работает Варламов Сергей, Астраханская область, первый разряд. Второй помост Тамашка Олег, Республика Крым. Третий помост Гладков Максим, Республика Крым. Четвертый помост Дашкевич Юрий, Республика Крым. Пятый помост Шаура Дмитрий, Республика Крым. Шестой помост Бокач Елизавета, Астраханская область. 81. 82, 83. Свое выступление закончил пятый помост Шаура Дмитрий с результатом 80 подъемов. 106. Свое выступление закончил второй помост Тамаш Калек с результатом 120 подъемов. Выступление закончил Дашкевич Юрий с результатом 87 подъемов. Двадцать. 15. Свое выступление закончил Гладков Максим с результатом 175 подъема. Спортсмены готовы вывести спортсменов на помосты? Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. Четвертый помост Плотников Алексей, первый разряд, Саратовская область. Пятый помост Холодичук Александр, мастер спорта, город Москва. Шестой помост Труш Александр, мастер спорта, Краснодарский край. Четвертый помост фиксацию. Прошло 10 минут. Последняя минута. Секунд.
20 секунд. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Стоп. Свое выступление закончили Верещагин Сергей с результатом 676 подъемов. Плотников Алексей 663 подъема. Полодичук Александр 755 подъемов. Труш Александр 485 подъемов. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте работает Мишарин Данил, Астраханская область, второй разряд. Второй помост, Грязнов Дмитрий, Астраханская область, второй разряд. Третий помост, Цапков Егор, Астраханская область, первый разряд. Четвертый помост, Шамаев Дмитрий, Республика Крым, кандидат мастера спорта. Пятый помост, Рыбников Матвей, Республика Крым. Шестой помост, Заварзин Александр, Омская область. Свое выступление закончил пятый помост Рыбников Матвей с результатом 27 подъемов. Свое выступление закончил четвертый помост Шамаев Дмитрий, 70 подъемов. Свое выступление закончил первый помост Мишарин Данил с результатом 71 подъем. Прошла последняя минута. Пятьдесят один. 30 секунд. 52, 53. 40 секунд. 54. 15. 55. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Стоп. Свое выступление закончили Грязнов Дмитрий с результатом 100 подъемов. Свое выступление закончил Цапков Егор, 57 подъемов. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом помосте работает Королевский Ярослав, первый разряд, Ставропольский край. Второй помост, Панков Александр, первый разряд, Саха, Якутия. Третий помост, Смирнов Игорь, Томск, мастер спорта. Четвертый помост, Захаров Александр, Смоленская область, мастер спорта.
Пятый помост. Татриев Василий. Ставропольский край. Первый разряд. Шестой помост. Иванов Красимир. Болгария. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Отсоревновались. Полумарафон. А где? Потом. Королевский Ярослав. Подойдите, пожалуйста. С результатом 700 подъемов. Панков Александр, 718 подъема. Смирнов Игорь, 504 подъема. Захаров Александр, 441 подъем. Татриев Василий, 676 подъемов. Иванов Красимир, 441 подъем. Давай, Маша. Вот, за счетом иди. Получилось? Слави! Командуй! Девятый поток. Мишарин Данил, Грязнов Дмитрий, Цапко Егор, Шамаев Дмитрий, Рибников Матвей, Батяев Аркадий. Время на подготовку гильз. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте выступает Мишарин Данил, Астраханская область, второй разряд. Второй помост Грязнов Дмитрий, Астраханская область, второй разряд. Третий помост Сапков Егор, Астраханская область, первый разряд. Четвертый помост Шамаев Дмитрий, Республика Крым, кандидат в мастера спорта. Пятый помост Рыбников Матвей, Республика Крым. Шестой помост Батяев Аркадий, Республика Чувашия. Рывок гири 40 килограмм. 60. 61. Третий помог закончить свое выступление. Цапко Егор с результатом 61 подъем. Свое выступление закончил пятый помост Рыбников Матвей с результатом 108 подъемов. Один. Стоп. Свое выступление закончили Мишарин Даниил. 184 подъема. Второй помост Грязнов Дмитрий. 215 подъемов. Четвертый помост Шамаев Дмитрий. 233 подъема. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На втором помосте работает Шамара Леонард, город Москва, первый разряд. Третий помост. Рахимов Сайлубек, Саха-Якутия, второй разряд. Пятый помост. Левтинов Николай, Мурманск, мастер спорта. Номинация «Двоеборец» с результатом 163 балла награждается Мишарин Данил. В номинации «Рывок 40 килограмм» с результатом 40 подъемов награждается Батяев Аркадий. В номинации «Длинный цикл» гиря 16 килограмм с результатом 80 подъемов награждается Завадин Александр. Работай до конца. Один. Стоп. Свое выступление закончили.
Лосе. Шамара Леонард с результатом 533 подъема. Рахима Сайлубек. Результат 653 подъема. Лифтенов Николай. 702 подъема. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!